Помимо ЕГЭ, учеников ждут дополнительные задания. Отныне к единому государственному экзамену выпускника школы не допустят без зачета по сочинению, а экзамен по математике разделят на два уровня, сообщает российская газета со ссылкой на Рособорнадзор. 11-классники будут писать сочинения в начале декабря, а ученики с ограниченными физическими возможностями – изложения. По каким критериям будут оцениваться работы, пока не уточняется. Этот вопрос сейчас на стадии доработки, говорит Сергей Кравцов, глава Рособорнадзора. Уже известно, что если по сочинению ученик получит не зачет, его можно будет переписать в следующем году, до мая. Кроме того, в сдаче самого ЕГЭ тоже есть изменения, пишет российская газета. Из части А по русскому языку уберут почти все вопросы, где были варианты ответов. Ученикам придется давать развернутое объяснение самостоятельно. Задание с выбором ответа уменьшится и по другим предметам, в частности по географии и истории. Что же касается единого государственного экзамена по математике, в этом году он будет разделен на базовый и профильный уровни. Дело в том, что сдав базовый, дорога будет открыта не во все вузы, а вот с профильным ограничений нет. И о выпускниках прошлых лет, если таковые захотят в ближайшее время поступать в вуз, им необходимо всего лишь написать сочинение в школе, в которую им удобнее обратиться, а далее, как и все, готовиться к единому госэкзамену.